А тем временем у меня в гостях Андрей и Ирина Иващенко, представляющие компанию «Торговый дом шоколада». Ирина, расскажите, пожалуйста, чем уникален ваш продукт? Да, мы являемся молодым, динамично развивающимся предприятием, производителем, находимся в Москве. Наша компания произвела на свет огромное количество ассортимента за очень короткий промежуток времени. Наш ассортимент, ну, в своем роде, наверное, уникальный, потому что он может заинтересовать любого покупателя. Здесь вы можете найти и постный шоколад, можете найти шоколад к празднику, и коллекцию на 9 мая, и шоколад для здорового образа жизни. Ну, например, шоколад с омега-3 жирами, постный шоколад для тех, кто постится, шоколад без сахара. То есть мы продумали ассортимент на любой вкус и цвет. И именно этим, наверное, мы и привлекли, в общем-то, нашего покупателя. И не только покупателя в России, но и покупателя за рубежом. Мы сейчас активно выходим на зарубежные рынки, активно осваиваем Китай. На следующей неделе мы поедем в Германию на выставку «Ануга». В Китае мы выставлялись на выставке «Сиал» это было весной, и произвели действительно там, ну, такой вот громкий эффект, ажиотаж. Очень много было представителей китайского бизнеса, которые подходили и говорили, что действительно такого продукта нет, и что наш продукт может заинтересовать очень серьезный китайский рынок, потому что он яркий, броский, он привлекает своим качеством, презентабельным видом, и действительно нет такого продукта, кроме, наверное, единственного, который у нас отсутствует, это продукт для Хэллоуин. Например, так сказал недавнешний наш партнер из Японии, который запросил у нас эксклюзив. То есть сейчас мы развиваемся во всех направлениях и не перестаем останавливаться. То есть у нас новинки появляются все чаще и чаще. Вот совсем недавно мы, например, произвели вот такую вот матрешку под китайский рынок. Они нас запросили, мы буквально за несколько дней создали вот такой вот прекрасный продукт. Вот. Так что у нас достаточно, в принципе, большой ассортимент, и мы готовы и дальше его развивать по запросу. То есть если любая сеть, любой покупатель к нам обратится и скажет, что нам необходимо вот такой-то, такие-то критерии, параметры, мы с удовольствием под него что-то придумаем. И это будет уникально, интересно, красиво, презентабельно, а самое главное – высококачественно и очень приемлемая цена. Все практически, кто здесь присутствует в этом павильоне, вообще на этой выставке, знают о наших сногсшибательных трюфелях. К нам подбегали с разных павильонов и даже приходили производители конфет, шоколада и говорили: расскажите нам рецептуру. Действительно очень вкусно. Вот стоит попробовать. Ирина, спасибо огромное. Упаковка просто отличная. Я бы взял сразу целую коробку. Ирина, Андрей, спасибо огромное.